27 марта в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами состоялось заседание общественно-политического клуба, созданного движениями «Семья, любовь, Отечество» и «Народный собор». В собрании приняли участие более 100 слушателей. В современной геополитической ситуации нравственные ценности становятся неоспоримым преимуществом национальных государств, и государства совершенно естественно устремляют свои действия на защиту нравственного суверенитета. Россия не исключение в этом отношении, но угрозы никуда не исчезают. Нация должна защищать свои ценности, только тогда у нее есть будущее. Свою экспертную оценку сложившейся ситуации дали председатель движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко, доктор философских наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, лауреат государственной премии Владимир Ильич Лутавинов. Исполнительный директор Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Юрьевич Редкий, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии, медицины, экономики, здравоохранения и медицинского страхования Института профессионального образования при Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Ольга Леонидовна Лебедь и сопредседатель движения «Народный собор» Олег Юрьевич Касин. Сквозной темой обсуждения стало содержание национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.